И в лучших президентских традициях визит в Одесскую область первой леди по организации мало чем отличался от рабочих поездок действующего президента. Многочисленная охрана сопровождения на уровне обл.администрации и проблемы с пунктуальностью. В художественном музее Марины Порошенко аудитория, это юные посетители, ждала около 2 часов. Супруги президента продемонстрировали одесское новшество для детей, карту музейного знатока, и после 10-минутного общения первая леди отправилась в Маяки. Там Марина Порошенко посетила инклюзивно-ресурсный центр. Жену президента называют одним из идейных вдохновителей развития инклюзивного образования. Однако учреждение в Маяках оборудовано сугубо за деньги местной администрации. Стоимость порядка 600 тысяч гривен. Что ж такие тут складные? Ты все разумеешь, что треба робити з цим? А? Ты все понимаешь, что надо делать? Складывать. А что надо складывать? Что ты складываешь? Вот ты берешь картинку, и чтобы у тебя вышло так же, да, чтобы ты сложила такую фигурку. Ладно. Еще одним пунктом почти президентского маршрута Марины Порошенко стала амбулатория в Маяках. Первая леди пообщалась с главврачом и посмотрела, как работает кабинет телемедицины. Напомню, первый такой проект в декабре 2017 года в окнах представил сам Петр Порошенко. После осмотра медучреждения первая леди дала свою профессиональную оценку условиям, в которых работают врачи в Маяках. Для мене дуже важливо, як для лікаря, побачити в дії нових амбулаторій, які сьогодні вже трохи менше, ніж рік, як працює, але вони вже мають досвід, вони вже врятували багато життів. Ми сьогодні побачили, як працює система телемедицини. Це вже такий новий крок до європейських стандартів, до захисту прав людини, до поваги до кожної людини.